В прошлом видео мы поговорили о том, кому нужна рабочая виза и как ее получить. Но есть категории иностранцев, которым не нужно оформлять разрешительные документы для работы. Об этом мы расскажем прямо сейчас. Некоторые категории иностранцев могут трудиться в России без патента, без разрешения на работу. Например, разрешительные документы на работу не нужны иностранцам, постоянно или временно проживающим в России. К постоянно проживающим иностранцам относятся лица, получившие вид на жительство в России. Такие иностранцы вправе осуществлять трудовую деятельность на всей территории РФ. К временно проживающим иностранцам относятся лица, получившие разрешение на временное проживание в России. Временно проживающий иностранец в России не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание. Важно, работодатель не может принять такого иностранца на работу только в том субъекте РФ, где иностранцу разрешено временное проживание. Таким образом, в отличие от временно проживающих в РФ иностранцев, постоянно проживающие свободны в выборе места работы. Они могут работать в любом субъекте РФ. Пакет документов для приема на работу иностранцев зависит от его статуса – временно проживающий или постоянно проживающий в России. Также документы не нужны лицам, являющимся участниками государственной программы переселения. Иностранец должен подтвердить свой статус. Подтверждением статуса является свидетельство установленного образца сроком на 5 лет. Оно подтверждает статус участника государственной программы, а также права и обязанности членов его семьи, вписанных в свидетельство. Работодателю, принимающему такого иностранца, следует учитывать определенные послабления, связанные с пандемией коронавируса. Так, срок действия свидетельства участников государственной программы продлевается на количество просроченных дней. Перечень иных категорий иностранцев, имеющих право работать без разрешительных документов, вы можете увидеть в таблице, а также на нашем сайте в инфобоксе под видео. Важно, кроме того, не нужно оформлять никаких разрешительных бумаг на работу граждан из стран-участников Евразийского экономического союза, ЕАЭС. Согласно статье 97 договора ЕАЭС, граждане этих стран могут работать в России без патента, разрешения на работу. Это касается граждан таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Граждане из стран-участников ЕАЭС работают в России на общих основаниях с гражданами РФ. Пакет документов, которые граждане таких стран предъявляют работодателю, стандартны. Помимо этого, также работники должны оформить полис добровольного медицинского страхования, либо работодатель должен иметь заключенный с медицинской организацией договор о предоставлении такому работнику платных медицинских услуг. В отличие от российских граждан, документы воинского учета при приеме на работу такие иностранцы не предъявляют работодателю. Работодатель должен уведомить о заключении трудового договора с такими работниками территориальные подразделения МВД России, а также предоставить сведения о приеме на работу в органы ПФР и проконтролировать иностранцев на миграционный учет. Еще больше полезной информации по миграционному праву вы можете найти в нашем плейлисте «Миграционное право». Подписывайтесь на канал Роско, будьте в курсе, будьте с Роско.